40-летний Алексей Кузнецов работал учителем истории в школе, а его жена Марина занималась своим бизнесом и за последние несколько лет достигла в этом больших успехов. Правда, она вынуждена была работать практически круглосуточно. Все домашние хлопоты легли на плечи Алексея, и супруги были на грани развода. Дух матери посылал Алексею знаки, чтобы он смог разобраться, что происходит с его женой. Юля не случайно заметила визитку Евгения. Дух словно специально хотел свести его со случайным знакомым. И мужчина, наконец, понял знак верно. Алексей развелся с женой. Евгений простил Марину. Они стали жить вместе и вскоре поженились. А еще через несколько месяцев у них родился сын. Юле удалось сохранить хорошие отношения с обоими родителями, но она решила остаться с отцом.